Сегодня в Петербурге на улице Хлопина открыли новый плавательный центр олимпийского класса. Это первый бассейн северной столицы, построенный за последние 30 лет. Спортивный комплекс отвечает всем требованиям для проведения крупных международных соревнований. 50 метров, 10 дорожек и трибуны на 1000 зрителей. Открывали новый комплекс губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников и президент Федерации плавания России Геннадий Алешин. Церемония открыла сборная города по синхронному плаванию. Затем Валентина Матвиенко перерезала традиционную красную ленточку и начался первый заплыв. На старт вышли лучшие петербургские пловцы Игорь Марченко, Андрей Капралов, Григорий Фалько. По всеобщему мнению, новый бассейн превзошел все ожидания. Все сделано вот по высшему классу. И очень важно, что мы никого не приглашали, залетных никого. У нас свои и проектировщики, и строители, и отделочники, и аппаратура. Все это сделано силами Санкт-Петербурга. Поэтому те средства, которые затрачены бюджетом, они практически в том числе оказали поддержку большую нашим петербургским организациям. По словам Валентины Матвиенко, в планах городского правительства построить еще 10 новых бассейнов в разных районах Петербурга к 2008 году. Там смогут заниматься не только спортсмены, но и простые горожане.